Палыч, скажи что-нибудь публике. За Оскаром приходи. Сейчас я, блядь, фашистам покажу. Так, 300 метров. Пиздец, Палыч, номинация на Оскар. Да. Донец, блядь, 25 сентября. 14.10. Выстрел! Ой, красавчик! Ой, красавчик! Ах, красавчик! А вот снимай, блядь! Да! Ты кричал Ахакбар. Ахакбар! Видел, как его красиво полетело? Алло. Да, нам что? А давайте, давайте. Мотолы отрабатывать поехала. Давай. О, бля. Это мы поехали. Куда вы поехали? Ой, алло. Я в крайней трубетажке напротив терминала, я пойду в вас. По терминалу, по аэропорту. Да. Нет, я бью чисто по зданию. Это, крикни, короче, моему там, пускай, а то он пострелять хочет, блядь, пускай придет. Егорка! Егор, иди сюда! А чего, ты гранатомета хочешь? Не, да ну нахуй с гранатомета, ты че? Может, давай два автомата ему, блядь. Егорка, быстрее, без тебя не справляются, бегом, Егорка! Быстрее! Один автомат бери, один автомат! Свой автомат возьми! Терминалу. Блять, нагнинайся. Смотри, видишь, короче, блять, терминал. Вот, видишь здание, бля, по зданию стреляй. Все, давай, на счет три. Раз, все, давай, по три. Куда ты отходишь? Здесь меняемся. А здесь, смолять, тебе говорят, смолять. Опа! Ты хотя бы, короче, блядь! Блядь, опасный какой-то человек! Давай, уходим, уходите!
колонну! Она, короче, слышь, огонь! Она примерно где-то, короче, 30-40 метров сверху, где-то примерно приблизительно 40-50. Смотри! Заебись? Еще раз туда же? Огонь! Охуенно отработал! Давай еще туда же! Не забудь Аллах Акбар крикнуть! Погромче!